Я, безусловно, за прямые выборы губернатора. Я всегда эту позицию отстаивал. И до «Русской весны» был за то, чтобы Севастополь имел право выбирать своего градоначальника. И после «Русской весны» моя позиция не менялась. Я об этом сегодня сказал, выступая перед коллегами, перед депутатами законодательного собрания. Это первое. Второе, безусловно, нужно отметить, вот у некоторых выступающих были вопросы, а как отнесутся севастопольцы к прямым выборам. Вот могу сказать совершенно ответственно, проведя кампанию на выборы в Государственную Думу, я провел более 150 встреч с избирателями. И на тех встречах, где этот вопрос поднимался, подавляющее большинство севастопольцев за прямые выборы. Поэтому, безусловно, то, что сегодня единогласно проголосовали депутаты, это волеизъявление наших севастопольцев. Поэтому выборы прямые будут, губернатора будем избирать. Позиция абсолютно нормальная, демократичная. И в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации именно процедура прямых выборов присутствует. Я не планирую выставлять свою кандидатуру и поддерживаю нынешнего губернатора.